Нина Михайловна, пожалуйста. Буквально три слова. Мирным путем с учетом мирных регионов. Я хочу сказать, Крым мы потеряли не потому, что там не было донецких товарищей, а Крым мы потеряли потому, что надо было реально посмотреть, что не было социальной защиты этим людям. И по результатам этого мы потеряли. Это первое. Второе. Для того, чтобы восстановить это все в стране, я всегда говорила и буду говорить, невозможно, чтобы депутаты, представляющие то или иной регион страны, все проживали в Киеве, все имели бизнес в Киеве. Ни один из этих депутатов не будет стремиться к тому, чтобы его регион не был депрессивным, а был это. И тогда, вот когда депутаты не будут жить в Киеве, а отсидел две недели на сессии и поехал к себе в регион и восстанавливает регион, тогда они не один раз попадут в депутатский корпус и не один раз. Что касается, говорят, вот были на выставке в Азербайджане. Мне это, конечно, выражение не понравилось. Сумма, выделенная на бюджет, на вооружение, равна сумме бюджета Армении. Но они всегда, Азербайджан сравнивает с Арменией, с этой войной. Вот. Я тоже знаю это много. Вот. И четвертое, последнее, что я... Нет, я знаю, потому что я была, когда было между Нагорным Карабахом, я последним рейсом влетела туда и 15 суток сидела в Звартноце и видела, как вокруг меня умирали люди. Это второе. Они не сильно умирают. Да? Да, ну, и еще одно. Когда говорят, непонятно по каким причинам, они ни по каким причинам непонятно. А потому что депутаты не хотят работать над этим вопросом. 4 года, начиная с 2011 года, я работаю над коррупцией в Министерстве обороны. У меня более 17 томов уже собрано материалов. Я вам приведу только одну цифру, и это, которая дала счетная разрахунковая палата, в которой мы долго бились. За 2012 год было пропиячено, иначе я не могу сказать, 211 это самое, миллионов. И за 2013 306 миллионов. Более чем полмиллиарда. 45 тысяч бесквартирных офицеров. Я уже замминистру говорю, да вот за эту сумму можно было уже 80% этих бесквартирных офицеров. Не то, что которые сейчас в вооруженных силах Украины, а те, кто отдавали свой долг при Советском Союзе. И когда говорят, что не хотят, ребята, не верьте. Я направила в каждую фракцию о коррупции, я направила 85 запросов разным депутатам. Когда где-то они выступают и говорят о том, как они хотят бороться за это, все это ложь, все это ерунда, потому что один повязан с другим. Я перепилила Министерство обороны с Министерством юстиции, и там точно такая же коррупция в поддержку Министерства обороны. Поэтому я считаю, когда будут новые выборы, 85% депутатского состава не должны присутствовать, потому что говорят одно и то же, а страна наша живет только хуже, хуже и хуже. И в этом случае хочу поддержать... Я ваше забыла имя отчество. Григорий Корнеевич. Вот, пусть кто-то как бы не говорит, коммунисты там плохие, сякие, мы каждый имеем свою точку зрения. Но я хочу сказать, сколько мы получили образования, которым сейчас все говорят, сколько было при той системе настроено, что 23 года продают. И еще есть на 23 года что продавать. Понимаете? Все. У меня больше нечего сказать. Спасибо.